28 марта. Мастер спорта Александр Воробьев родился в Ростове 28 марта 1962 года. В 16 лет стал играть за клуб «СКА» в дублирующем составе, а потом и в основном. Провел за команду 12 сезонов, в течение которых сыграл 316 матчей и забил 89 голов. Воробьев сыграл один матч в составе сборной СССР. 19 августа 1984 года в товарищеском матче со сборной Мексики в Ленинграде вышел на 70-й минуте, заменив Владимира Бессонова, и отдал две голевые передачи. В 1987 году Александр провел один матч за олимпийскую сборную. Сезон 90-го года отыграл в Россельмаше, после чего на три сезона уехал в Финляндию. Через два года после завершения карьеры игрока Воробьев стал тренировать команды первенства Ростовской области. Народный артист Советского Союза Иннокентий Смоктуновский тоже родился 28 марта. Образы, созданные им на сцене – князь Мышкин в Большом драматическом театре, царь Федор Иоаннович в Малом, Порфирий Головлев в Амхате – вошли в золотой фонд русского театрального искусства. Смоктуновского называли первым интеллектуальным актером советского кинематографа. Лучшие свои роли он сыграл в фильмах «Солдаты», «Девять дней одного года», «Гамлет», «Чайковский», «Дамский портной» и в лирической комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Обладательница 5 премий Грэмми, 30 премий MTV, премии Эмми, Леди Гага отмечает свой день рождения также сегодня. Она исполняет танцевальную поп-музыку, в которой соединились влияния глэм-рока, диско, электро, R&B, стилей Мадонны и Майкла Джексона. Ее дебютный альбом «The Flame» стал международным хитом. Дебютный сингл «Just Dance» летом 2008 года возглавил хит-парады США и Канады. По состоянию на октябрь 2011 года продажи синглов и альбомов Леди Гаги превысили 100 миллионов.